Здравствуйте, уважаемые подписчики канала Автоподбор 25, Александр и Сергей. Ровно год назад, в 19 году, в октябре, приобрел вот эту вот замечательную машинку. Daihatsu Mira ES. По документам она 17-го, но кузов 16-го года. Обратился к Александру, сначала рассматривал Suzuki Alto, ну, он меня как-то немножко отговорил, лучше, говорит, посмотри этот вариант, побольше места, ну, получше, ну, в принципе, так оно есть, конечно. Машина покупалась не на рынке Зеленый Угол, а во Владивостоке, на стоянке там в городе. Александру скинул ссылку. Съездил, проверил. Машина с оценкой R. У нее замена крышки задней багажника. Сделано все в Японии, но пробег маленький. На данный момент на ней 14 тысяч пробег. И салон, он полностью идеальный. Он новый. Пластик, ни одной царапины. Как будто с салона. Ну, здесь уже ездит жена с ребенком. Такой покрывало бросили. Сделаны его коврики в размер. В принципе, очень так понравились. Машина идет с ремкомплектом сзади. Там клей, мне это не понравилось. Так, здесь немного бардак. Здесь вот у нее такой короб идет. Я немножко поколхозничал, но мне, в принципе, понравилось. Не буду доставать. Его наполовину отрезал. Купил докатку родную по размерам и положил. Теперь, как говорится, душа спокойно, можно ездить. Потому что это клей, во-первых, он лежит, когда-то у него срок закончится, а если какой-то порез, этот клей не поможет. Так, что было сделано в машине? Машину брал 16 октября. Это была суббота. В четверг Александр посмотрел, отправил фото, видео. Все объяснил, показал, толщиномером все проверил. В четверг, в субботу я в 9 часов уже был во Владивостоке. Немного самолет задержался. Съездил, забрал машину, купил зимнюю резину, потому что уже перегон был Владивосток-Челябинск. Как бы немного отойду от темы. В 2000 году я все мечтал съездить во Владивосток. У меня была до этого Toyota Corina ED 92-го, потом Mazda Verisa 2004-го. Ну, в то время как-то вот не получилось слетать, съездить. Наверное, оно и к лучшему. Можно сказать, моя давняя мечта как-то вот сбылась. Естественно, эта машина бралась как второй автомобиль. Жене с ребенком. Наверное, я сяду. И перегон, получается, был Владивосток-Челябинск. 7350 километров. Челябинская область, город Копейск. Проехал я за 5 дней. Для меня дальние дороги это не проблема. Я как бы Россию-то уже все объездил. Ну, работа такая. Вот только не был на Дальнем Востоке, очень хотелось посмотреть. Попал я, погода была замечательная. Обычно в тех краях Улан-Удэ, Амурская, Забайкальская, там ветра большие, я перегонял. Погода была отличная. Кстати, по расходу один ехал. 4 литра я укладывался. Вот до сотки, если едешь, 4 было. Ну, 4,5. Сейчас на данный момент по городу уже прохладно. Расход 7. Пусть кто что говорит. 5. По городу 7. Это
со всеми заводками. Меньше она не будет жрать. Машина пустая. Много шума. Барабан. Пустой барабан. Что было сделано? Разобрал всю полностью. Ну, кроме торпеды, весь салон. Вытащил двери, проклеил. Наверное, будет слышно. Всю полностью. Крылья. Багажник. Все проклеено, шумоизоляцией сам занимался. Может, слышно будет. Хотел крышу. Крыша, она приклеена к потолку. Поэтому не стал отдирать. Это раз. Второе. Днище все обработано антикоррозийкой. Наверное, видно будет, не видно. Ну, поверить, может, на слово. Диски, кстати, мне понравились. Вся, ну, полностью машина сделана для себя, под себя. Естественно, на тот момент, год назад, ценник у нее был не дешевый. Из того, что можно было выбирать. Что-то немножко подмерз. Ну, данный вариант меня полностью устроил. Магнитола штатная, все работает, камера, все работает. Так, по поводу печки. Назад воздуховод таких нету, только впереди. Зимой, раз она трехцилиндровая, на это зима была не сильно холодная, но машина прогревается долго и задним пассажирам прохладно, но передним ноги горят полностью. Так-то она хорошо жарит. Магнитола, все работает. Камера заднего вида, все работает. Единственное, она кодированная. Вот когда, если аккумулятор сядет, там я не знаю, как-то потом код смогу, не смогу сломать. Вот по подголовникам тоже интересно получилось. Дребезжали не вот здесь они вставляются, а внутри вот это вот крепление железяки вставлены. Они дребезжали в сиденьях. Прямо это напрягало. Пришлось обшивку снизу убрать, достать их. Я уже не помню, что я сделал, но сейчас они сидят плотно и подголовник держится отлично. Ничего не бремчит. На разгон, да, 49 лошадей, конечно, на разгон она тяжеловато, ну, когда разгонится, едет нормально, отлично. Что еще можно сказать о данном авто? В принципе, покупкой доволен. Я не знаю, у них по комплектации как, но здесь вон датчик при столкновении, эко на светофорах. Она глохнет. Ну, мне, в принципе, это не нравится, я как бы хочу эту вообще функцию брать из-за этих там литров в месяц экономит, стартером больше крутит. В принципе, доволен. Нормальный автомобиль. Сейчас, конечно, цены на них взлетели. Космос. С этим евро, с долларом. Спасибо Александру. Спасибо Сергею. Обращайтесь. Тем более цены адекватные. Нормальные. Все покажут, объяснят, надо поставить на отправку. Я решил сам съездить посмотреть. Всем спасибо. До свидания.